Мам, мам, просыпайся. Просыпайся. Вот-вот-вот, хорошо. Давай, оп. Давай со мной. Аккуратно. Ну что, попросим привет у друзей Искра? Давай. Давай. Ты что здесь забыл? Че, труп, что ли? Не твое дело. Камеру убери. Может, ты его и прижмурил? Вали отсюда, блогер хрен. Во-первых, кто мне тут советы раздает? Тот, кто за телкой из этого номера всю дорогу увивался. Где она, кстати? Пошел ты. Ценная инфа в обмен за снимок. Так пойдет? Не пойдет. Черт. Это пасека, да, мам? Была когда-то. А куда делись пчелы? Перебрались в другое место. А бабуля сюда приезжала? Бабуля? Наверное. Не наверное, а точно. Раз, два, три, четыре, пять. Детку лучше не искать. Там она, где дикий мед, тот, кто умный, сам поймет. Это что такое? Считалочка такая. Бабуля рассказала. Бабуля? Мы читали старые книжки и смотрели открытки. И она мне ее рассказала. Она же про пчел, да? Долго спишь. Да плевать, который час. Слушай, можешь одного человека пробить? Да, это срочно. Записывай. Латышев Владислав Викторович. Давай, жду. Убийство? Я же ясно сообщила вам по телефону. Вы действовали согласно инструкции, что я вам дал? Я вас умоляю. Там есть кому заниматься ли этими малоприятными вещами. В смысле? Частный детектив. Затесался среди постояльцев, как в дурном кино. Ну, вот он сейчас и занимается этим делом. Вроде бы уже всех переписал. Я попрошу вас. Никто не должен покидать пределы гостиницы до моего особого распоряжения. Да, и вас это тоже касается. Очень жаль. Я только сегодня вечером собралась с чартерным рейсом на Гавайи.
Алло. Ничего выяснил? Да ладно. Да. Да. Аверин Герман Александрович. Так точно. Частное детективное агентство «Улика Плюс». В прошлом оперативный сотрудник. Скажите, а вы жертву видели раньше? Нет, но судя по документам, обнаруженный мной потерпевший, Латышев Владислав Андреевич. Скажите, а вы здесь по работе или... В отпуске. Хорошо. Оставайтесь тут. Сейчас 6 часов 11 минут. Начинаю идентификацию и освидетельствование трупа. Произошедшее классифицируется мной, участковым оперуполномоченным Киреевым, как умышленное убийство. Тело находится в кресле. Оно полностью расслаблено. Следов борьбы нет. Так, а это что такое? При поверхностном осмотре на шее жертвы мной обнаружена красная точка диаметром около 1,5–2 миллиметров с характерной припухлостью. Визуально похоже на укус какого-то насекомого. Сегодня ненастная погода, ожидается сильный ветер. Товарищ Аверин, подойдите, пожалуйста, сюда. Как вы думаете, почему покойный не стал защищаться, дал себя убить? Он знал убийцу, не ожидал подвоха. И вообще, это номер, в который его заселили? Я не в курсе. Угу. Ну, а все-таки, почему... Почему жертва не сопротивлялась? Потерпевший не обязательно был знаком с убийцей. Он мог просто уснуть в кресле, а вошедший... Он мог быть кем угодно, просто воспользовался ситуацией. Не факт. Справа на шее. Посмотрите внимательно. Что вы видите? След от укуса. Вот я так подумал. Сначала. А теперь думаю, что жертва вполне могла быть отравлена с помощью укола. Вот поэтому и не сопротивлялась. Значит так, я закрываю номер до прибытия следственной группы. Что, Оскар? Как там у мамы в считалке? Раз, два, три, четыре, пять. Детку лучше не искать. Там она, где дикий мед. Тот, кто умный, сам поймет. Тот, кто умный, сам поймет. Детку лучше не искать. Там она, где дикий мед. Скажите, гражданин Лопатин, где вы находились с 18 часов вчерашнего вечера до 5 часов сегодняшнего утра? Ну, заселились, значит, мы вчера в полдень. Ну, как заселились, сразу в ближайшую деревню поехали. Ну, там затовариться, там выпить, закусить. Пока приехали, уже где-то 6 часов. Значит, накатили в честь открытия сезона охоты-то. Бильярд поиграли. Вот. А выдвигаться решили в 5 утра.
Я вот только вот что сказать-то хотел. А что кто-то залезал в наш номер, пока нас не было-то. Что-то похитили? Вроде нет. Только вот патронташи наши как-то не так лежали, как мы их оставили. Угу. Да и черт с ними, с этими патронташами. У меня нож украли. Что за нож? Когда вы заметили его исчезновение? Сейчас вот и обнаружил. У него еще такая рукоятка костяная и там утиная охота, инкрустация. Пожалуйста, вспомните, когда вы видели нож в последний раз? До того, как уехали за провизией или после? Приехали, разложились. Да, до или после. Значит, вы наш новый охотоинспектор. Да, все верно. А почему не на ведомственной квартире становились? Присмотреться хотел для начала. По вверенной территории побродить, с народом пообщаться. А вот с этим товарищем пообщаться не удалось? Нет. Вам лучше поговорить с теми, кто здесь неотлучно находится. Хозяйка, администратор. Забавный у него парнишка. Только непоседливо очень. За таким глаз да глаз нужен. Хулиганит? Не то, что хулиганит. А вот вчера смотрю, патронташи тащит. С патронами, между прочим. Пока не досчитался троих. Иван Оболенский, Игорь Пельц и Роберт Багдасаров. Либо Багдасарян. Отвратительно у кого-то почерк. Что-то я не вижу нашего нового администратора. А вы не знаете, в каком номере она живет? Нет. А вы, значит, в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Это легко проверить. Достаточно позвонить моему начальству или сослуживцам. Да нет, ну что вы, я вам верю. Просто хотел уточнить, как вы оказались в номере, где находилось тело? Живу рядом. Увидел распахнутую дверь. Дальше надо объяснять? Нет, нет, ну что. Не знаю, как у меня хватило сил написать это. Написать, значит, пережить все заново. Но я и так все это переживаю каждый день, каждую минуту. И нет мне прощения ни на этом свете, ни на том. Но я знаю, что ты, дорогая моя Люсенька, меня простила. Надеюсь, ты жива и с малышкой все в порядке. А лучшей матери, чем ты, и мечтать нельзя. Ты никогда не спрашивала меня, Люсенька, как все это началось? И в тех письмах, что я писала после твоего отъезда в Самарканд, ни строчки про это не было. Ни, впрочем, как Мостовщиков угрожал папе, ни про то, что сотворил со мной. И некуда было пойти, и некому пожаловаться, потому что Мостовщиков — единственная власть здесь. Царь и Бог. Но он помогал нам, это тоже правда. Особенно, когда заболел папа. Ты осуждала меня, знаю. Но ты была так далеко, а мне было только 17. А еще и папа заболел. А потом, когда он умер, ты приехала на похороны. После 4 лет отсутствия. Ту ночь после папиных похорон Мостовщиков хотел увезти меня в охотничий домик. Он был пьяный, и ты воспротивилась, помнишь? Ему нельзя перечить, иначе жизнь легко превращается в ад. Я просто не хотела, чтобы ты пострадала, Люсенька. Я никогда не рассказывала тебе в подробностях, что случилось тогда в охотничьем домике. Мостовщиков попытался грубо мною овладеть. Он как будто мною обезумел. Избил до крови и пригрозил, что если не буду покладистой, он отдаст меня своим егерям. Почему? Почему только я сорвалась? Стала сопротивляться. Лучше было бы все принять как есть. Но я смолодушничала. Убежала в лес. А ведь знала, что он отправится следом за мной со своими егерями. Я до сих пор помню ту ночь в мельчайших подробностях, Люсенька. И ту палатку в лесу, где жила семья художников из Ленинграда. Такие чудесные люди, открытые, улыбчивые. Они ходили в Журавлиное за провизией, а один раз купили у меня мед.
Его звали Сергей, того художника. Он пытался вступиться за меня. И Мостовщиков его убил. А потом и его жену. Потом совсем обезумевший Мостовщиков выстрелил в ребенка. Их дочь Диночку. Шум и выстрелы разбудили ее. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. И будет стоять до скончания веков. Он отдал распоряжение утопить убитых в Черном озере и переставить палатку подальше от места убийства. И пусть все выглядит так, как будто туристы останавливались совсем в другой части леса, а потом куда-то делись. И пригрозил, что если я не буду держать язык за зубами, то же случится и со мной, и с тобой, Люсенька. А потом он засмеялся и бросил мне в лицо: убивать легко. Избавиться от тела оказалось несложно. Утопить их в озере было поручено Михею, помощнику одного из егерей. Ты помнишь Михея, Люсенька? Нелюдимый, несчастный подросток. Михей сбросил тела Аллы и Сергея туда в омуты. Оставалась их дочка Дина. Михею вдруг показалось, что девочка жива. Он не знал, что делать, и привез ее обратно. Но я сказала ему, что он ошибся, что она мертва. Мертва. И я сама похороню ее в лесу. Я не могла поступить иначе. Михей глупый и слабый. Если Мостовщиков учинит ему допрос с пристрастием, все выплывет наружу. Но Дина и вправду оказалась жива. Пуля, предназначенная для нее, расплющилась о серебряный медальон. Ты ведь не забыла эту страшную ночь, Люсенька? Страшную бесконечную ночь. Ты говорила, что нужно вызвать милицию. Но я знала, милиция не поможет. Здесь только один человек имеет власть – Мостовщиков. В конце концов, мы решили, что ты заберешь малышку к себе в Самарканд. Ты ведь давно хотела ребенка. А туда уж точно не дотянутся руки Мостовщикова. Там он не судья и не прокурор. И там точно никто о вас не узнает. А я буду молиться за вас денно и ночно. Здравствуй, дорогая моя Аглая. У нас все терпимо. Малышку я назвала Олей. Лёля растет потихоньку. Выправили ей правильные документы. Правда, заплатить пришлось немало, так что и квартиру продала. Но ты же знаешь, ради спокойствия малышки я ни перед чем не остановлюсь. Жить в Самарканде стало негде, так что будем думать о переезде куда-нибудь. Куда, пока еще не решила. Вообще, что будет дальше, неизвестно. Но у меня теперь есть доченька. А значит, все устроится как нельзя лучше. Не знаю, получится ли писать в ближайшее время и свидимся ли. Просто знай, я помню и люблю. Твоя старшая сестра Люся. Эти двое, согласно листкам регистрации, прибыли сюда вчера, а этот еще раньше. Это вы их регистрировали, Нора? Или это сделала ваш новый администратор? Кстати, как ее зовут? Эсфирь. А на какое имя отзывался ее сын? Перикл. А они этнические греки. И где же сейчас находится это греческое семейство? Только не говорите, что в Микенах. Я отправила их в город закупить партию белья и моющих средств для гостиницы. Давно? До того, как произошла эта прискорбная история с убийством. И с тех пор они не появлялись? Нет. Есть соображения, почему? Наверное, сбежали с деньгами. Правда, от вас не добиться, это я уже понял. Так. Откуда это у вас? Купила по случаю. Да не могли вы купить его по случаю? Это ж страшный яд. Ой, я и забыла, Миша, что вы носитель бесполезных знаний. Прошу прощения. Как здесь оказалось это растение? Ращу для себя. На случай, если после какого-нибудь утреннего кофе все смертельно надоест. Так, какой номер занимает ваш администратор? Уж не 13-й ли?
Я даже не знаю, есть ли у меня в отеле 13-й номер. Совенок. Я должна отлучиться на пару часов. А вы меня подождете с Оскаром, хорошо? Ну почему мы с Оскаром не можем пойти с тобой? Я очень быстро вернусь. Вы даже не успеете заскучать. Вы просто тихонечко посидите, никуда не выходя. Обещаете? Хорошо, мамочка. Вам помочь? Ни в коем случае. Вы знаете, что это? Это улика. Калладиум. Он же слоновьи уши, он же ангельские крылья. Завезен из Южной Америки. Страшно опасная вещь. А выглядит вполне безобидно. А вы знаете о свойствах этого растения? Нет, откуда? Человек умирает не сразу. Сначала у него опухают язык, гортань. Он начинает медленно задыхаться. Жертва все понимает, но ничего не может сделать. Думаю, так и произошло. Первоначально втянули шприцем из стебля растения сок. Затем напали сзади и воткнули этот самый шприц. Ну, а потом уже и нож пошел в дело. Интересные выводы. Надеюсь, их оценит следственная группа. Сейчас отнесу Ольгу подальше от посторонних глаз, ну а потом... Иван Оболенский. А? Вы интересовались? Задержали уже? Кого? Администратора. У меня есть неопровержимые доказательства. Но моя инфа в обмен на интервью с убийцей. Когда она проснется, знаешь, кого она увидит? Своего любимого бабочку. А тебя она больше никогда не увидит. Убью тебя! До сегодняшней ночи я понятия не имел об этом человеке, Владиславе Латышеве. Мое репортерское здание «Нора». Знаете, кто она? Ну? Бывшая кинозвезда. Знаменитость. Правда, звездила она миллион лет назад на пару с динозаврами. Но народу такие ископаемые нравятся. Я около ресепшена установил пару жучков, чтобы писать «Нору». Но попалась не она, а бывшая жена Латышева, которая у него ребенка и украла. Это ее ребенок. Так никто не спорит. Просто теперь разве не ясно, кто убил Латышева и почему это сделал? Вот где она сейчас, администратор? Все, нет ее. Сбежала. ЧТД. Что и требовалось доказать. Гражданка Латышева! Остановитесь! Гражданка Латышева! Вы задержаны. Я тебя знаю. Я тебя видел. Откуда ты здесь? Озеро. Мы с мамой плыли по озеру. Долго. Там черная вода. Я потерялась. Мне нужен дом там, где пасека. Замолчи. Правда, там холодно, но я должна дождаться маму. В лесу тоже холодно. Ах.
Вы действовали в состоянии аффекта. Что? В состоянии аффекта вы убили мужа. Запись косвенно об этом говорит. Если хотите признаться, можете сделать это прямо сейчас. Да. Так и было. Спросите ищейку, он вам подтвердит. Увязался за нами с самого начала. Заставил считать себя другом. Это она про вас? Да. А ему просто платили за это, чтобы следил. Вот он и следил. По-дружески. Потом предал. По-дружески. Значит, вы признаетесь в убийстве госпожа Латышева? Нет. Только это же не имеет никакого значения. У нас правосудие не работает. Вот у вас есть власть, и вы можете людей годами мучить, убивать. Безнаказанным. Потому что все сойдет с рук. Минуту. А женщина-то до сих пор в измененном сознании. Про какое-то правосудие лепечет. Присмотрите за ней, пока я отлучусь позвонить. Дай минуту. Да, конечно. Оля. Оля, послушайте меня, это важно. Оля. Оля. Послушайте меня. Вот ваш паспорт. Я нашел его в вашем номере за батареей. По-видимому, он настоящий. Ключи. Вот ключи от моей машины. Это ключи от моей квартиры. Паспорт и листок, там мой адрес. Здесь карты, банковские карты. Ваш рюкзак у меня в багажнике. Зачем? Некогда объяснять. Просто ищейка не всегда была ищейкой. И мышей никогда не будет. Я вам не верю. А верить не обязательно. Главное, чтобы вы с Ясей были свободны. Свободны. Ну все. Сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Следственная группа скоро будет здесь. Лейтенант. Да? Я хочу сделать заявление. И попрошу зафиксировать его с особой тщательностью. Это важно. Слушаю. Латышева убил я. Аверин Герман Александрович, пиши. Не понял. Ну, что тут непонятного? Ты хотел найти убийцу. Вот он, перед тобой. Что-то концы с концами не сходятся. Да, сейчас видел. Владислав Латышев нанял меня, чтобы я следил за его женой. В процессе слежки приоритеты поменялись. В смысле? Так бывает, лейтенант. Когда понимаешь, что может пострадать невиновный человек, надо принимать решение. И я принял. Убили, стало быть. Да. Также я хочу сказать, что Ольга Латышева не знала о моих планах, и я попрошу отпустить ее на свободу, чтобы она могла позаботиться о своем ребенке. Ну что ж. Вы свободны. Вы свободны. Идите.
Идите. Вы свободны. Где шли до Кейти? Давно должны были приехать. Написал. Угу. Орудие убийства где? Шприц где? В озере. Я покажу место. Ну что ж, срок вам точно скостят. Явка с повинной – великая вещь. Да вы и сами, наверное, знаете, раз бывший опер. Наручники. А, да. Тихо. Прости, друг. Обстоятельства. Постараюсь поскорее вернуться. Может, на полник детсаду успею. Савенок, это я! Яся? Доченька, ты где? Ясь! Яся! Где Яся? С Ясей все в порядке. Так что не волнуйся, моя дорогая. Почему я связана? Ты связана, потому что я здесь. Не понимаю. Марика Владов убили. Бедняжечка. Хотя... Что можно ожидать от человека, который нанимает частного детектива, чтобы отследить свою бывшую жену? Откуда ты знаешь про детектива? Знаю. Это было не самое правильное решение. Человеческий фактор не всегда срабатывает. А вот это срабатывает всегда. Яська, доброшка. Подарок крест? Оставалось только внедрить вовремя маячок. И отследить вас не составило большого труда. Я думала, ты на моей стороне. Нет, моя дорогая. На твоей стороне никого нет. Ты загнана в угол обстоятельствами. Выхода нет. Хотя... Хотя все же один есть. Взять и убить злодея мужа, а потом покончить с собой. Ведь так все и было. Тем более, что и ружье у тебя имеется. Какое ружье? Ты взяла его на прокат у постояльца гостиницы. И нож, кстати, тоже. С твоими отпечатками пальцев на рукояти. Я не брала никакого ножа. Пока не брала. Но это дело пара минут. Потерпи чуть-чуть. И ты скоро официально станешь убийцей своего мужа и самоубийцей. Я никого не убивал. Где моя дочь? Где Яся? Ясенька, Яся. Сидит под поле, как мышка. Не хочешь, чтобы с мамой случилась беда.
Она ведь уже случилась. Ты сумасшедшая! Была. 25 лет. Пока сходила с ума по твоему бывшему мужу. А он меня использовал. Не отталкивал, но и не приближал. Знал, что, что бы ни случилось, я буду служить ему верой и правдой, как собака. Верни мне дочь, я прошу. Ты знаешь, это была неплохая идея. Свести вас на нейтральной территории, тебя и Влада. А это место подходило просто идеально. Так что при помощи искусственных инсайдов убедить Влада приехать сюда не составило большого труда. Тем более, что ты же сама мне рассказала о журавлине. Помнишь? Что, нет? А я вот, знаешь, запомнила. И приехала сюда раньше, чем ты. Несколько дней пожила в забытом Ангеле. Все здесь изучила. Ты знаешь, я была уверена на 100%, что ты приедешь именно сюда. И знаешь, места здесь перспективные с точки зрения гостиничного бизнеса. Ты не находишь? Тем более, что здесь есть где разгуляться. Но уже не с твоим мужем, а с его партнером, бывшим партнером. Виктор Шакин, помнишь? Влада было нетрудно. Это была неизбитая идейка впрыснуть калладиум. Мы даже поговорили об этом с сумасшедшей хозяйкой гостиницы. Оставалось всадить нож в финале. Я думаю, что Виктор Шакин сделал это с огромным удовольствием. Ну, а мне досталась эта глупая Нинон с ее глупой ревностью. Затащить сюда эту дуру и остановить ее неподалеку гостиницы не составило труда. Калладиум, нож. Тело в багажник. И женщины, которых я терпела ради него, все они мертвы. Ну, или почти все. Приходите в себя. Марика была мне другом, я так считала. Да, как оказалось, у нее были и другие друзья. Вы говорите о Шакине? Шакина задержали на квартире у Марики. Он заселился в отель накануне. Нора зарегистрировала его под именем Роберта Багдасарова. Ему осталось только дождаться здесь Влада. Он очень хорошо ориентировался в отеле. Недаром Марика побывала здесь заранее, под видом орнитолога. Рано или поздно вы должны были здесь встретиться с Владом. Влад должен был умереть, а все подозрения пасть на вас. У вас был идеальный повод ненавидеть бывшего мужа, Оля, который хотел забрать у вас ребенка. На этом строился весь план Шакина и Марики. Замкнуть все убийства на вас. Ну, хорошо. Допустим, им это удалось. Что они собирались делать дальше? Зная изворотливость Марики, я думаю, она нашла бы способ оформить опеку на Ясю как единственную и прямую наследницу Латышева. Но справедливость восторжествовала, хотя в лице блогера, который успел снять все признания на видео. Все злодеи задержаны, а вы почему-то не рады, Оля. Герман, я должна это знать. Влад нанял вас, чтобы вы следили за нами. Почему вы нас не сдали?
Потому что я встретился с вами лицом к лицу, Оля. Понимаете? Извините, что несколько порчу вам постарали, молодые люди. Но у меня неотложное дело. Буквально одну минуту. Ольга, я уезжаю. Куда? В Болливуд, конечно. Облачусь в сари и буду петь, сидя на слоне. Правда? Ой, вы еще бесхитростнее, чем ваша дочь, Ольга. Меня действительно пригласили на съемки полнометражного фильма. Не бог весть что, но попытаться стоит. А чертова ангела оставляю на вас. И на вашего ковбоя-надомника. Судя по всему, он от вас не отлипнет. Дорогие мои, теперь я всегда буду рядом с вами. Герман, я хотела у вас спросить. Вы останетесь здесь с нами, в забытом ангеле? Я тоже хотел у вас спросить. Можно мне остаться? Конечно, можно. Конечно, останусь.